мне кажется, что вот эта наступившая, наконец, осенняя пора и этот наш праздник – это еще раз повод задуматься над тем, что нам надо улучшить в работе нашего университета. У нас как раз сейчас октябрь – это месяц наиболее интенсивного обсуждения стратегии нашего развития. Мне кажется, что у нас многое было сделано за прошлый год, и есть ряд позиций, которые нуждаются в прорыве в этом году. Это и изменение учебной работы, это и более интенсивная научная работа, это и разные экономические механизмы, которые в университете изменяются. Одним словом, я хочу пожелать, чтобы вот, собственно, Октябрьский день учителя был днем теплого общения, разговоров по душам, задушевных разговоров, и все это вылилось в совершенно конкретные дела в этом нашем новом учебном году. С праздником! Современный учитель – это не просто преподаватель, педагог, это исследователь, это человек, умеющий наладить партнерские отношения с учеником, это человек, ведущий на равных ученика и способный учиться у этого ученика. В этот день хотелось пожелать нашему коллективу, каждому преподавателю, студенту, будущему учителю добрых творческих дел, здоровья, успехов в работе и в жизни. Дорогие коллеги, дорогие учителя, мы с вами те люди, которые работают в очень интересной сфере. В той сфере, когда значительную часть нашего времени мы отдаем общению с детьми. И в этом смысле мы на них немножко похожи. А для детей в их ощущении времени прежде всего важно, что оно делится на какие-то значимые и достаточно короткие отрезки. Условно говоря, они живут учебными годами, может, полугодиями, четвертями. И мы в том же состоянии примерно находимся. И в этом плане День учителя – это небольшой рубежик. Это то время, когда уже все несколько устаканилось, уже прошел сентябрь. И вот с осенним листочком приходит приятное ощущение того, что мы вновь в струе, мы работаем и делаем то, что считаем нужным. И пусть наш труд будет востребован, ваш труд будет востребован, пусть вы всегда видите восторженные, теплые, добрые глаза своих детей, и пусть ваша деятельность на благо и этих конкретных ребят, и в целом образование Москвы и России будет яркой, интересной и приносящей удовлетворение. С праздником вас! Милые дамы и мужественные господа! Позвольте поздравить с нашим профессиональным, чудесным, замечательным осенним праздником Днем Учителя и пожелать вам достижения новых вершин, профессионального роста, любви и заботы близких. Этот прекрасный праздник, который давно объединяет всю нашу большую, огромную страну, касается каждого из нас. Ведь либо мы учились, либо мы учим, либо будем еще впереди учиться. Поэтому позвольте вас еще раз поздравить, пожелать удачи, любви, заботы и внимания близких.